Ребята, всем привет, мы на канале Балакса Наука. Ой, Балакса Годовика, меня зовут Луна, и вы на моем канале. И сегодня я буду смотреть, сколько я могу перепрыгнуть в одной книжку. Там вот у меня на полке книжки, и я их сейчас буду перепрыгивать. Итак, ну а потом мы возьмем этот аккаунт. Давайте начнем. Сначала их спустим. Вот. Возьмем вначале вот такую большую книжку и притянем. Классика. Вот тут будет у нас контакция. Делаем себе протяжение побольше. Две книжки. А их хотя. Дальше у нас идут уже вот такая вот книжка, две, уже побольше, очень легко, мне, кстати, еще новый хвост. Так, дальше у нас вот такая книжка. И вот такая книжка. Так. Еще плюс две. Идеально. Так, дальше. У нас идет вот такая вот книжка уже. И я думаю, еще одна. Толстая. Бежим. Получилось. Это тоже легкотня полная. Дальше. Так. Вот такая и вот такая тонкая. Ну, вообще ничего не изменилось. Все там же легко. Вот так, смотрите. Получилось. Так, дальше у нас. Вот такая книжечка. Вот такая книжечка. Так, это мы уберем. Потому что мне мало там места на приземлении. Так, дальше я хочу взять коробку и поставить. Вот так. Уже выглядит сложно, но для меня это восприятие. Делаем дальше. Еще одна коробка. Страшно, но это легко. Ну, осталось добавить грузика. Так, все. Нет, надо заново разогнать. Вот так вот.